деңгізінің артынан ұшып бір қарлығаш. Құлды да ол сайрады, сайлап үзіне бір ағаш. Көп мә февраль қаш жиырсаң, әм ашулансаң мәсен. Бары бірде жетті яз, әм рухына қышның ясен. Яз жетедір, файда юқтыр, көп мә ғайратләнсе да март. Халқы біз сүзі бойынша, гәрше март етсе да шар. Яуса да қарлар, табиғат ішлі енді өз ішін. Тезден еснер біз, қызыл, ал гүл шәшкілерді есен. Хайырлы күн, құрметті достар! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня в этом замечательном зале на литературном вечере, именуемом «Ода Тукаю». 26 апреля – день рождения великого поэта татарского народа Габдуллы Тукая. И в этом году мы отмечаем 130-летнюю годовщину со дня рождения дорогого нам поэта. И сегодня мы с вами еще раз преклонимся перед бессмертными творениями и величием духа дорогого нам поэта. Хурматлы дослар, кадрды тамашашылары біз инде, әлігі кешені біздің сүйіклі шағыры біз язған шығырынғы жырына язылған и туған тәжірі білен башлап жіберіге тәғдим етем. Рәхім етіп қаршы алығыз. Біздің сәхна бізді Татарстанның от қазанған артисті Айдар Ғабдинов и туған. Татарстан, Дивалтон, Айпендай. Да, ну, сейчас разобрались, как я его. Сейчас разобрались.
Калем ішінда ғалем, мон калемін ғалем қиысына. Көлемесіз күңіл елері сөз қауырында қиынсынлар. Калем ішінда ғалем, нинди дүріс юлар шылай бетдіслар. Ә шығыр, ул күңіл қылларынан Раббы сұлышына күйленіп үрліген ағанлы читік. Бүгін біздің арабызда шағире, Татарстанның от қазанған сәнғәт үшіліклесі Розалина Шагиева. Енді сөзіні аңа тапшырабыз. Рахым етігіз. Туға, бір үштегі еш бұлыға, сілеша башылауға біздің тұрмышымызға тұқай келіп кірі. Хәм менің тұрмышыма жайқылай келіп кірді, оныңға бір дұрт еш бұлғандыр, бірінші тәпір мен тұқай шығырғарын кешіттім. Ана біздің ғайләді абырлы бек сұрыйды ғатылы тұқайын. Бірінші әкетлерден алып, кәжә білен сарық. Біз ауылда яшы керейдік. Аташа, білесіз? Ауылда яшы керейдік, қан біздің неден бұрынадан салынған юртымыз бар еді. Біздің әті әлейлер, апа білен екі біздің қолдың ешік ауылында, өзәрі үшке кеттілер де, құрағыз бұ юртыны. Хайванларыны үйге күрте көрмәгіз дейді. Ләкен біз қамсызларын ұйнап жіберген бізді, сүйір біздің үйге кірген. Шыннан соң әті әлемізге, қара сіздің де тәртеп сіздер, сіз біздің сіздің тұңламайсыз екен. Біз сізден көже білен сарық жасымыз дейіп, апа білен дейіңа, мен сарық бұлдым. Ол бұлды көже, бізге кейіншікке әті епе тұрап салды. Аннан соң бір-екі стакан қойды да, жылай тұп тігінені ұзылыны Тейіншек. Тейіншекті бәйліп, бізге таяқ тұрды да, біз құрманға шығып кеттік. Міне ауыл бұйдан барады ұшылай тұрып, ебелі менде көңіліме, келе қадырыме бүтін түгі Кәжебіле Сарықның эпизодлары. Нешекті біз құрманға келіп кіреміз, бұрдәріне табағыз, нешекті баларына алдалыйбыз, түгі бұры башын шығарамыз деп. Мекеке, қадырысыз ма? Қапшықтағы бұры башын деп, нешекті құрғытамыз аларына. Шушты тәмілі ойдарға кіріп кеткенде, Құрамнан тұяғынан дөәне келіп шықты. Түгі ол вақытта шарналар келер еді, кең ұштандар еме, кең балақылы. Құмар деп әдеге, сен нешесе, балаларыны қиялып кеттің сен деп, біз енді зиғырат елінде. Шынан сымен бізінің тақыл жарымынан келіп шықтым. Мені жылай деп менің тұрмышында тұққай келіп кірді. Аннан сын біздің әдейнің абысы блокадада қатынашқан офицер еді. Ауыл кішісі өзі офицер. Һәм ул үлдер алдыннан ауылда. Аның сынлық сүзләре Тукай нигер булды. Жырлый-жырлый, үләрмен мен үлгән дә дә дип әйтте. Әтием шулай ук. Сынгы тырып менендә, сынгы сугышта әйткәндә, бетте кыш сынды кылыш шул булды. Үш дип гел Тукай сүзләре яшады менә безнең дә. Һәм мен үзем дә менә шагыйр булып киткәчтем. Тукайның абруен менің Тукайның образы, аның мына бүтін шиғриаты, аның сәләте, аның кең құлашлылығы, бүтін дүния мәдениетіне бүгінгі күнде өткен Тукай қазір бүтін жерде. Ана Англияда, сіз айттыңыз бүгін, Англияда аның рәсімі бар екен. Ана неміс ғалимы Фридрих деген, Микаэл Фридрих деген кітап жазған Тукайға бағышлады. Ескеткіш ол китап. Ол аңа шынды зұр бәйе берәйімі. Міне бүтін жерді Тукай. Міне менің қайдамен сізге бір-екі шығыр оқиым. Чыдайсыз ма? Чыдасағыз. Міне Тукай бүгін Қазаннан алып, ол Америка қадар, Мексика қадар бараны абыру. Қая татар, шында Тукай. Чүнкі ол Тукай татарының мұны, татарының рухы, аның үлмәсілігі, аның келешегі. Мені қазір мен сізге бірінші шиғырымды оқиым, ол менің яш шиғымда өзіған шиғырым, емен мен әшуші рәсімдеріні, мен әбі ұсылы қадемші деп айталар бұл әбір. Ұсылы қадемші, человек, который приступает, да? Который, как бы, традиционалист, против джедидизма воюет, против прогресса воюет, и в то же время, видите, какой образ жизни он ведет.
Вот это одна иллюстрация. Художники с первых шагов возникновения формирования татарского изобразительного искусства обращали внимание на творчество Тукаева. Они воплощали его образы. Вот таким образом перед вами иллюстрация 1908 года. 1908 года. Видите, да, какой образ жизни ведет наш Сулахадымче? Вот, подержи. Можешь пустить. А это уже иллюстрация к тому же стихотворению 1914 года. Сулахадымче что делает? М? Вот такой праздный образ жизни ведет. В ресторане сидит, праздновал бы. И вот, так сказать, вот эта традиция обращения к Тукаеву продолжается по сей день, итогом чего является наша выставка. Посмотрите, какие работы графические выполнил совершенно неизвестный пока еще в Татарстане художник Фараманов. Эта книга была написана Тукаем. Книга написана была Тукаем «Учебник для татарского медресе», для медресе Мухаммадия в 1911 году. И вот некий художник Романов иллюстрировал эту книгу, можете посмотреть. Там великолепные портреты вот этой девушки, да? Затем есть кузнец, есть кузнец. В общем, там татарская жизнь от и до. И вот этот Фридрих пишет про Тукаева, что он был по своему мировоззрению земледельцем, потому что он рос в деревне. И вот эту сторону мировоззрения, вот это по роману передал. Посмотрите на все. Очень тонкая работа. Но сейчас все. Вот эта выставка, наша выставка, это продолжение этой традиции обращения к Тукаеву, потому что Тукаев у нас поэт столетия. И такого еще, рядом такой фигуры, такой величины я до сих пор не вижу. Так что, ребята, читайте, учитесь у Тукаева. И вот мое первое стихотворение называется «Майханада». Это же «Майхана», знаете, что там «Майхана»? С персидского языка. Это «Винной погреб». Тут у меня и Тукай, и Восток. «Майхананың тракляры қызыл якут қашым әлі, бұсағада чайрап ятқан сәрхуш ғашық башым әлі». Ахамчилер, это музыкант, ахамчилер, аваз ойный, аусу кырсак. Вы знаете, аусу кырсак. Аусу кырсак зырайлене, хушбы бляншарабисе, мәжнунете, тіл бейлене. Кима болмас тілегенге, нынды қызур шарабы шу. Нынды мәжлес умартадай, күжлемесе бүлме іші. Ахшамлардан тауға қадар мәйні мақтап білдірді шу. Бітірліп үйрені қызыл шарап үләшуші. Құлт-құлт итіп еда әмі қайғыларын бұғазыннан алдашқанға тейкінгенге бейіп ялған тансықмында. Шарап ара қамір ішіп өзін шақ деп тұямында құр қышқандай мәғырулана қатты шайдан таяғыда. Іш білен құш хи-хи-хи деп кешікші дайаны мұнда. Кез ешәдіп, мін ешәдіп. Тың қалық дұлымында. Иркін қолы ғып қырсақлар. Кім тәпі? Кім тәпі ғып қырсақ? Вот такие, да? ғып қырсақлар. Хаман байлық дауымында. Хиялылар, мамықсызлар. Хаман түш көлілерінде. Илек елдіз қапылыянда. Өзел жырлар жүтішін. Тип тірәлер әнә түрді. Икі мұрза елі күші. Біздәңіне қолған мұны. Іш күшудан шарап ішу. Әнә түрді. Жилы шағып, Ғазраилға көз қысушы. Поэт никогда не унывает, он подмигивает тому, кто душу отнимает. Музей. Так, еще одно стихотворение про музей Тукая. Музей Тукая расположен где? В доме Шамиля, да? В доме Шамиля. Шамилверта его называли всегда. Шамилверта. Терпение есть? Слушаем, слушаем. Хиял михраш, іштәдір үй ауаз, хиял михраш, Тукай, аппақ бина, іштәдір үй ауаз, ирриет, ирриет это мужчины, да? Шағыр бұған жерде, шығыр кси, үлмәз жанлар шаулы, жил үрі, Гамлет атасының шаулезі дай, түнді рухы елі бинада. Түнді жаны,
нелер ойлый халқын, ұбыталшып азғырынды. Шық туған дай бұла қайсы вақып, сискендіра қайбір сәбәклер. Әлттірсіңлі, біздің жанлар артық. Хымаяқшын бейік санға білер. Кирі қайтқан сыман ұзған жырлар, бай болыңлар, қарапшымақлар, пияламаш, имсіз бақырғанлар, сыра тойы, қытсыз ішімақлар. Мәңгі хаят деп пәріштелер жырласа да кемін қалқыма, сұйы хаят тілі тамам етмәт, қыр яшасы мектір қалқына, жан күрігер шағар орамына, мін жылдығын бәйләп қашына, әпчі қаршы қазан тартыла тартып, шан бұйларына ашыға. Бар мұ үйді қарахметлер кіші, ак көтәріп, арслан жүрділер, бұлдыр кілікдақи дипломатлар, қай тарапта қайбір үмітлер. Аяқлары жетмәс, жетіс күннәр, яңа ғасыр бастық әлемі, үндизаплар бұған тақытлар мі, қызғынлар мі, әнбиелер мі, нешік бара тарих рух хаяты, сәуде имам, шығыл қарашылар, нешік анда біз тудырған аңынар, театрлар, уақын, қияшылар. Қабан көлі тұташ құтқа шыңған, өзгәртулер елді чамасыз, мұхаррирлер шағы үрчігісіз. Алар ұлғар милләт қаласы. Өтәсі қам өткен юллар чексіз, әлікті дай сұғым қалайдан. Орғылғанда, артқа чеккенде де айырылмағыз деймін тұқайдан. Вот сейчас последний чуть-чуть, небольшое. Так. Это то, что я стихотворение, то, что я вам читаю. У меня вообще целый цикл стихов посвящен Тукаю. Это то, что я в Нью-Йорке уже писала, когда была в Татарском общественном центре. И была, присутствовала на вечере, посвященном Тукаю. Я удивилась тому, что он так популярен и в Америке, и всюду. Не буду долго утомлять, наполовину сокращусь. Тухая мала, нынде стреляуас, нынде хикмет, нынде тәсірат. Былбыл аузыннан, язғы тамшылардан, жерсінде жетірдеген ақтаулықлар шайқалуынан туған жан әміді изге бір сурет. Ол таралар ярсу ташқынларда, ақ көліктей, язғы дұлқындай, елап шығышып, қыдыретленіп күліп, айғыларға көміп тұбықтан, яңақлары баққан. Лекен хаман шылай, сабыр елмайылы, ақыллы, кеме болып, изә дүния ойлап, татармығы, шығыр арқылы. Ат үстінде, су үстінде балқи, елғызларға ауыз қайтара, қая бара татар, шыңында Тукай, океан ма, чүл ме, шәһәр ме. Мен деген әші бір илахи күш, ғұрлығы гүлі юлдашы, менің асыл қажет милетімнің Тукай мыңы аның үлмесі. Қырлайлардан Юкатанға қадар, Юкатан – это Мексики город, Юкатанға қадар дүния сайры қыза дұқуба, шында күтмегенде Тукай мыңы келіп түші болып бірдіға. Все сократилось. Большое спасибо за эфир, мы вас благодарим. Еще раз давайте поаплодируем. Большое спасибо за эти стихи. Ну что ж, ребята, сейчас я предлагаю вам немного вспомнить основные этапы биографии нашего великого поэта. Габдулла Тукай прожил короткую и трагическую жизнь. Родился он 26 апреля 1886 года в деревне Кушлавыш Казанской губернии, ныне Арского района, в семье Приходского Мулы. Он рано лишился родителей и скитался по чужим углам в деревнях Учеве, Сосна, Кырлай. В Кырлае же его жизнь проходит в семье крестьянина Сагди, где не было нужды в куске хлеба. Здесь Габдулла начал приобщаться к крестьянскому труду. В этот же период жизни он впервые осознал чувство любви к трудовому народу и родной земле. В Кырлае он начал учиться.
Однако и тут ему было суждено пережить нелегкие дни своей жизни. Когда у приемных родителей родился сын, отношение к маленькому Тукаю изменилось. Но, к счастью для него, его взяла на воспитание сестра отца в город Уральск. И здесь он начал учиться в медресе. Он изучает языки русский, арабский, персидский, турецкий, поэзию Востока, русскую и мировую классику. Осенью 1907 года Тукай приезжает в Казань, колыбель национальной культуры и истории. Прекрасным городом предстает перед ним Казань. Ну что ж, дорогие друзья, вас приветствует заслуженная артистка Республики Татарстан, дуэт Фарида Алсу с песней о нашем самом любимом и прекрасном городе. Тұрмышқа ашуын тоя. Университетнің оқ мәрмәр колонналары, мәшет манаралары, шіркәулер, халық білән тұйлы урамнары, қазаныбызның Идел бойындағы ірі мәдәниет үзәгі болуын осызықлаған. Қадырды дұсларыбыз, енді қазір сізіні Татарстанның халық артисті Лариса Маслова сәлемлейм. Так же аплодисментіңізге. Thank you.
Тукай – поэт разностороннего дарования. Он тонкий лирик, воспевающий радость большой земной любви, красоту природы родного края. Абдулла Тукай – шулай ок балаларнын да яраткан шағыры. Анын әсерләрі білән инденнейші буын тәрбиелене. Шүрәлі әкиеті халықның айыруша мәхәбәтін алайық. Мұнда туған елібізнің хәм халықның образлары ашық бояулар білен тасфирланған. Су анасы поэмасы хәм балалар үшін язылған шиғырдар циклын шулай ұқ барбызда бек яқшы білебіз. Хәм балалар үшін язылған шиғырдар циклын давам итәр үшін біз Розалина Закиевіні шақырабыз. Рахим етіп қаршы алыңыз. Стояла лестница в саду, так тяжела и высока, вероятно, было в ней ступеней свыше 40. Хотя ступени все нужны, и ни одной нельзя убрать, не хочет верхняя ступень себя с подругами равнять. Я наверху, а вы внизу, она им говорит гордо. Вам нижним жалким до меня не дотянуться никогда. Но люди лестницу в саду перевернули, как на грех. Была ступенька наверху, а оказалась ниже. Теперь масло обвешивается. Она встает, а там глядит, из чашки выпрыгнула вмиг и убежала в норку мышь. Правильно ты, Винде? Бүйік татар шағырының ғымыры бік ерте әзілі қызғанышға қашы. 1913 елінің 15 апрелінде 27 еш туғанда ешлей, ижатының шешек атқан шағында ұпке ауруынан вафат бола. Ләкін ел сайын, апрель айында бізге Тукай язы келі. Еш бұн ел сайын ұлық құрмет білән аны іске алар. 26 апрельде Тукайбызның туған күнінде Қазанымызданың хайкәлі янында шығырият бәйрәм өді. Шығырлар, шағырлар өзлерінің шығырларын оқилар. Күйе алар бұйық Тукай алдында шығырш ясылар. Мәдәният үлкәсендә зур уңышларга ирешкән һәм иң эчтәлекле әсәрләр иҗат иткән сәнгат ияләренә бу көнне Габдулла Тукай исемендәге премия бирелә. Бөтен уку йортларында шагыйрьнең шигырьләре яңгырый. Инде без бүген дә аны хөрмәт итеп менә шундый матур кичә уздырырга булдык. Хөрмәтле дуслар, хәзер инде рәхим итеп каршы алыгыз. Узбекистан халық рәсімі, Россия һәм Татарстан рәсімнәр ұйышмасы әрдесі Азат Хабибуллин. Добрый вечер, дорогие гости. Так получилось, что в Казани проходит сразу одновременно
три больших выставок, и в университете идет конференция. Поэтому у нас, наверное, то, что мы надеялись, что здесь будут все профессиональные тоже художники, но председатель Союза художников просил передать Аршинов и правление Союза художников поздравляет вас всех с праздником таким великим. И приглашает, будет возможность на профсоюзный, идет там профессиональная тоже выставка этих художников. Каждый художник старается делать какой-то вклад в этот великий день рождения Тукая. Хочется отметить величие этого человека. В 90-м году мировые писатели в Лихтенштейне собрались для того, чтобы ознакомиться с произведениями своих писателей. И когда объявили с Киргизии писателя, все удивились, где это находится, этот город, что за страна. Никто не знал. Но когда объявили, что это Чингис Айтматов, все захлопали, потому что через него узнали, что есть такая страна, как Киргизия. Все сейчас мировое сообщество встречает Кадула Тукая как великого писателя, поэта. Если его величие такое, если взять любого ребенка там, снежного возраста и так глубокой старости, они все знают произведение Тукая. Все дети это знают, его произведение. Начиная там из сказки. Так получилось, что за 5000 километров отсюда я уже в 5-6-летнем возрасте я знал произведение Тукая, потому что у меня бабушка, она с Нурлата, она воспитывала и рассказывала уже эти сказки. Поэтому, когда меня пригласили для оформления метро Кадула Тукая, то я знал, какая интересная эта работа. Но был очень маленький срок, и мне пришлось собрать команду. 52 человека из этого Малайзии, 25 художников из Татарстана. Но самое удивительное, никто из них ни разу не собирал византийскую мозаику. Мне пришлось их за короткий период выучить. И думаю, что мы сделали достойный вклад в византийские мозаики и подарить городу произведение Кадула Тукая. Каждый его стих рождает какое-то произведение. Так, в 2014 году это посвящение Татарстан Эдель-Юрты. Я взял стихотворение Кадула Тукая. О, Казань, ты грусть и бодрость, светозарная Казань. Здесь дедов творения наших, здесь священные места. Здесь счастливца ожидает горе уста. Но, наверное, самое последнее, что мне позвало к этому Татарстан, он даже изменил мою судьбу. И вы видите это вот произведение, которое я вот посвятил. Татарстан – это моя родина. Я еще писал портрет Тукая, вы знаете, когда же вот писал его стихи САС. Этот мой грустный недолго ты звучал. И в то же время вот этот здесь счастливца ожидает горе поцелуй, я сделал портрет как озарение. И она его вдохновляет. И вот этот монументальный портрет как бы раскрывает полную его творческую жизнь. Что его произведение будет исполняться в театре. Его этот Карлай, это вот где он прославился не стихами. И здесь вот она впервые экспонируется, выставка, на этой выставке барельеф, посвящение мое завещание. Это была такая, это книга,
И он как бы с центра книги, он дарит свои произведения всему мировому сообществу. Здесь и его произведения, это его жизнь. И в то же время вот ноги у него оплетены с колючками, и это показывает, какой он трудную жизнь прожил. Там сзади и луна, как бы отражение от солнца, от поэзии. Здесь и птицы как бы символизируют те языки, на которые он писал. Я думаю, что это вот один из самых таких, ну, достойных вкладов к произведению, в общем, Тукая. Это, я думаю, что можно ближе подойти. Если вот так вот близко посмотреть к его произведениям, это начинает Кисербаш, здесь этот и... Шурале, там, когда этот, он вообще попадает в западню, мудрость этого дровосека, здесь и вот, который, если вот посмотреть, Каджа и этот Сары, и здесь испуганные волки, здесь и Суба, Суамаса, здесь вот и рыбы целые, и ножки там, это лягушка держит. Зеркало, как бы она украшает, чтобы она увидела, какая она красивая. Здесь вот и дракон, символ Зелана. Здесь есть это, есть произведение, как она бежит, где солнце спит. Ну, здесь вот этот театр, когда исполняет его произведение. Здесь и Карлай, как бы, где он... Вот черпал это все свои научные, ну, свои стихи, свои сказки. Здесь и молитвы. Это его тетя, которая посвятила Корану. Тетя Саджи. Саджида. Здесь вот школа Шумбала. И здесь вот еще экипаж, как бы он восхищался Казани. И вот они, вот это две пары коней, везут. Это «Весь Казань» в его произведении. И в то же время это ювелирно, под его стихи. Я буквально повторил каллиграфию по всей книге. В общем, я думаю, что это очень красивая работа, она украсит. Думаю, монументально украсит, может быть, где-то в музее Тукая. Хочу еще раз поздравить с великим праздником. Я, конечно, когда говорят о великих таких вот людях, она как-то без волнения нельзя говорить, потому что этот человек изменил мою жизнь. Я жил в такой, в Ташкенте, святые, жара, тепло, это все, и вдруг приехал в холодную такую Казань. Но я думаю, что я здесь вот приобрел то, что, как этот, как завещал поэт, что здесь вот священные места. Я думаю, что я не жалею о том, что я здесь нахожусь. Спасибо. Живет в сердце каждого из нас.